Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Gemstone Deal. Сегодня какая-то классная тема у нас. Я хочу вам объяснить об людях, которые родились в мае месяц, и у них какой там специальный камень есть, который они могут носить и изменять свою жизнь и свои проблемы. В жизни, которые есть. Вот это камень у нас есть, изумруд. Это бывает в разных странах в мире. Из Пакистана, Афганистана, Колумбия, Африка, Бразилия, Америка, Россия. Это везде почти бывает и хороший классный там какой-то камень из Пакистана, Колумбия. Потом еще Афганистана тоже есть. А если мы обговорим вот такой какой там свет, у него тоже зеленый свет бывает только, вот это единственный один камень, который есть в зеленый свет и бывает в разные страны. Я уже вам сказал, если вы хотите купить на один каратный штук, трех или четырех каратный один штук, вам надо будет $100 до $200, хорошее качество для вас будет очень полезно. Вот я буду вам объяснить здесь, вот какие там полезные эффекты есть для вас, если вы будете носить вот этот камень. Специальный камень, это драгоценный камень, и будете носить, а вам будет это покой давать на мозге, на голову, покой вам будет, концентрация ваша будет работа на работе или там какой-то ваши какие-то планировки есть, там концентрация будет, и положительный смысл будет. Потом это spiritual энергия будет, вот это повышается, и депрессия будет помогать у него, вы не будете депрессом стал. Это хорошо работает для вас, специально для мозга. Это для вас будет хорошо помогать отравление, если чего-нибудь вы покушали, отравляется, это он может помогать вас отравлению тоже. Это камень единственный, который таланта будет повышаться. Ваша таланта будет хорошая, если вы будете вот это носить. Вот, дорогие друзья, насколько полезный эффект есть для вас, если вы будете носить. Это специальный камень, который для очень хорошо работает для... Вот это была у нас информация для того, чтобы вы носили камень, вот это изумруд, и получили полезный эффект от него. Если у вас какой-то вопрос будет, хотите спрашивать, вы можете на комментах спрашивать, и желаю вас, чтобы вы subscribe, сделайте мой канал, и вам, если нравится вот это видео, пожалуйста, share и лайки тоже сделайте. Спасибо, до свидания.